Я тебе покажу, как дерево надо рисовать. Смотри. Я тебе сейчас отдам. Сейчас отдам. Нет, мне вот это нужно. Смотри. Берет зелененькую красочку. А что? Это такие листья. Крона. Акант. Лист аканта. Листья есть, смотри. И там. Да, на. Подожди, желтенького надо чуть-чуть. Сюда, давай, смотри. Чему? Ну, чтобы поярче было. Давай. На, все, дерево. Ой, нарисуй на дереве слона. Не надо, все, все, не надо тут ничего рисовать. Рисуй свое дерево. Я свое нарисовала. Все, что теперь рисуй. Ваня рисует дерево. Ну, фиолетовых деревьев не бывает. Вань, ты нормально рисуй, не надо. Давай аккуратненько. Я сейчас отниму все. Вань, надо рисовать норм... Я сейчас заберу все. Ой. Это такое дерево. Это такое дерево у тебя? Да. Как называется дерево? Каштан. Каштан? Да. Мне сказали, колясу. Колясу. Японское дерево, что ли, Вань? Да. А, понятно. Ага. Сейчас чайок заварим. Ксюша уже нарисовалась, да, походу? Вань, как я тебя учила краску брать? Пальцем, Мань, Ксюш. Вон, дай ей чистый листик, подгони сюда. Вот, Ксюша, рисуй. Пальчиками рисуй тогда. Не здесь, вот, на бумаге. Вот здесь рисуй. Ваня, ты видал, как пингвины рисуют картины? Да, видел. Пингвины? Не пингвины, а дельфины. Белуга. Дельфинами, как они рисуют, да, лопаткой. Да. Лопаткой? Рисуй здесь. Ты там все хочешь, да? Дельфинами тоже. Синий. Синий, да. Мама, и фолил камбик. Это какой цвет? Синий. Какой-то синий. Со стольной нарисуем. Вань, перестань. Блин, и лапки мне. Ну, там делай на, вот, на бумажке, на меня-то не надо рисовать. Вань, перестань. Понял, что все грязное уже, пол весь грязный уже. Все, точка, одна, вторая. Я думаю, чистый листочек. Чисто. Ксюш, ты будешь аккуратно рисовать, тогда я тебе дам чистый листочек. Насоску раскрасили же. Что? Погаси. Ка это как она? Комета. И что за группа слова? Кто это, Вань? Каменная лапка. Каменная лапка. Слушай, а ну что ты делаешь?